Всем привет! Извините за ужасный микрофон. У меня просто с наушниками проблема небольшая. Вот. Ну и в этом видео я покажу, как убрать лаги в CSB2. Вот. Для начала заходим в Play Market. Там мы набираем Game Launcher. Вот, и скачиваем вот этот вот на голубом фоне. Далее заходим в него. И у вас появляется, ну, то, что у меня появилось, окошко такое. И потом вы нажимаете Add и добавите CSB. И еще второе, что нужно сделать, это зайти в настройки. У меня это Huawei, у меня в батарее находится производительный режим. Вот. Он, конечно, будет больше кушать проценты батареи, но то лагов будет меньше. Или в поиске можно ввести производительный режим, и все будет хорошо. Если совместить этот производительный режим с гейм-лаунчером, то у вас ССБ гораздо больше FPS будет, это я вам гарантирую, проверено на личном опыте. Все. Вот и все, что нужно, чтобы было меньше лагов. И да, в ССБ надо будет заходить только через этот гейм лаунчер теперь, чтобы не было лагов. Ну, ладно. А еще лучше просто скачать симулятор и играть на компьютере. Тогда вообще все хорошо будет. Ну, если ваш компьютер, конечно, не это, не 90-х годов. Ладно. С вами был Самотит. Всем удачи и всем пока.